Сегодня я покажу, как светятся эти два светильника, когда их повесить. Один светильник обычный и один светильник LED светильник, который без лампочки. Там, я не знаю, как правильно светится сказать. Вот, это вот такой светильник, он новый. LED светильник, он без лампочки светится. Гарантия 2 года, вот. Вот. Вот такой вот светильник, вот кулечки. Вот. Вот он, вот так вот выглядит. У него в комплекте идет то же, что его вешать. Вот. Когда его повешу, покажу, как он светится. Вот. Должно быть у него обязательно в комплекте то, чем присоединять к другим проводам. Вот. Вот такой вот он. Вот так вот вешается. Вот эти штуки вот тут вот. Дырочки у него две. Когда повешу, покажу, как светится. Вот. Выглядит он. Вот. Так, вот. Вот. Это вот такой вот светильник. Он новый. Он выглядит вот так вот. У него нет никаких проводов, нет ничего. Вот. Вот так вот он открывается. Вот, поворачивается. Он закрыт. Вот. Вот так. Открывается. Он остаёт, выглядит. Вот так вот. То есть у него нету никаких проводов. Ничего у него нет. Когда я его повешу, я покажу, как он выглядит. Когда светится он вот такой вот. Место для лампочки. Вот. Вот такой вот. Он. Вот, это у него металлическая штука, которая отсвечивает, чтобы он ярче светился, когда лампочку вставляешь, вот. Такая вот, которая отсвечивает, вот. Любой свет, чтобы ярко было, вот. Поэтому, думаю, будет светить хорошо. Вот как светится LED-светильник. А вот как светит светильник с лампочкой. Вот как они висят. Кому понравились светильники, подписывайтесь на канал и нажимайте на лайк. Обязательно еще покажу что-нибудь интересное в следующих видео.